Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. И сегодня будет ультра-мега-хардкорный босс Витти. В общем, хоть как его называй, короче, он засранец еще тот, бомбоголовый. И он может в любую секунду взорваться. Пацаны, вы практически набрали 2000 лайкосов. Спасибо вам огромное за мега такую активность. Друзья, не забудьте поставить здесь лайк. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь, потому что я много буду снимать модов. Думаю, даже почти каждый день, друзья. Так что обязательно подписывайтесь. Ну что же, пацаны... Ребят, потренировался на изи. Вот, хотел я записать, но подумал, блин, на изи, наверное, каждый может, поэтому мы все-таки идем на нормал. И мы попробуем его одолеть. Не забудь лайк поставить. Короче, новая техника. Друзья, у меня появилась техника. Вот, в комментариях написали, как можно его действительно пройти. Так и хочется сказать, Чидори, и там какая-нибудь... Расинган! Ладно, давайте, берем нормал. Мы должны пройти. Итак, маленькая техника, друзья. Что тут можно сделать? Сейчас я вас обучу, чтобы вы тоже попробовали пройти его. Сейчас начнется игра, и я вам покажу. Бля, вот это меня забавно, как маленький гопник. Эй, давай батлить. Что? Кто? Бип-боп-боп! Батли давай! Это вы двое. Слушайте, оставьте меня в покое, окей? Я не хочу неприятностей и не хочу, чтобы узнал кто-нибудь, кто я здесь. Блин, переводчик отличный я. Бип-боп-боп-бип! Батли давай! Скотина, давай! Все, не отвертишься от нас нифига. Итак, смотрите, маленькая особенность. Прикол заключается в том, что у этого босса не засчитывается, как тебе сказать, вот в других песнях, если ты сейчас нажмешь вот так вот, вообще будешь перебирать, то будут ошибки. Здесь же такого нет, а это означает то, что мы можем быстренько нажимать, по идее, клавиши и вот так вот спокойненько делать. Вот, друзья, у меня аккуратность 83%. Это офигенно. Ну, также, какая техника существует, ребята? У меня, например, техника вот такая вот. Берем мы, значит, на стрелочках играем. Большие пальцы вот так вот. Вот так вот. И начинаю вот так вот перебирать. Это реально работает. Это рабочая схема. У некоторых техника, значит, просто одной рукой. Я не знаю, как вы это делаете. Может, другой вы просто попиваете чаечек, там, кофеечек. Вот, другие, вот, в основном, как делают на хардкорах... Значит, левую используют как А и С, ну, ВСД, а вот правой на стрелочках, право и вверх. Вот, в принципе, тоже рабочее, но мне сейчас почему-то вот эта вот техника больше заходит, я, правда, вот так вот делаю. Ой-ой. Так, пацаны. Все, пошло, друзья, сейчас будет все гуд. Может, мы его попробуем даже на хардкоре сделать, но... Что-то я сомневаюсь, что мы... Но мы должны пройти, в принципе. Я уже на изи потренировался, поэтому должно все получиться. Твою ж дивизию. Пи-пи-пири-пу-пи-пи. Ай! Так, ребят, что-то как-то плохо. Попьем, друзья. Блин, клевый, какой же клевый босс, ребята. Отлично, мы сделали его, но это всего лишь первая песня, то есть ты понимаешь, дальше будет куда сложнее, куда жестче. Я, друзья, если что, сейчас сворачиваюсь, видишь, игра подвисает, смотрю, записывается ли точно это все. Да, я понял, как это все.
Да, я понял. Вы реально исчерпываете мое терпение, чувачки. Би-би-би-бу-бу-б. Короче, ты хочешь умереть или как? В канаве. Не заставляй меня делать это! И он, видишь, уже начинает взрываться потихонечку, помаленечку. Опа. Ядерные бомбы летят, походу. Не, если честно, это самая тупая, самая бредовая идея батлиться с чуваком, у которого... У которого нафиг бомбу на голове. Фитилек реально же может, блин, там поджечься. Это как в Киберпанке, короче, там был чувак, типа клоун, и у него граната была на носу. И самое прикольное, если там ударить по этому носу, да, по этой гранате, он взорвется нафиг, разорвет его. Как вообще так можно? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Реально получается, пацаны, мы можем просто вот так вот быстро нажимать, и работает схема, правда, ребята? Ну, работает, но хреново немножечко, но работает. Капец, как надо быстро нажимать, ребята, серьезно, потому что самые быстрые пальцы на Диком Западе! Фух, нормально. Папи, 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 папи. Спасибо, папаша. Вспомнил мем. Ох, за эту песню 20 века, блин. Ну шо, пора взрываться, дядь, да? Это когда получил двойку по контрольной, притом готовился весь месяц к этой контрольной. А-а-а! Или когда готовился, но на экзамене, сука, совершенно другие вопросы, непохожие примеры. Довольно! Вы меня заколебали, ну я так перевожу поверхностно вообще. Вы, будьте вы прокляты, вы, будьте вы прокляты, этот мир, в котором ты находишься. Бу-би-бу-би-бу-би-бу-б. Ну чё, пацаны, погнали, ёб твою дивизию. Ай! Твою ж дивизию, ёкарный бабай. Так, стоп, попробуем сейчас быстро нажимать. Давай, разогревай свои пальцы. Давай. Ух, давай, взбодрись, брат. Ну что же, погнал. Черт, я разозлился. Черт, я уже психопат ненормальный. Давай, я готов. Черт, сукин сын, быстрый, так как... Получается! Твою мать, получается! Быстрые пальчонки! Ай, твою дивизию! О! Мать твою! Охренеть! Да твою! Столько ошибок прям, но мы... Да нет, тихо! О! Я капец уже вспотел!
Помогите! Не самоубийство! Нет, нет, тихо, тихо, тихо! Мы так далеко забрались! О! 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 Су! Что? Нет! Еще! В смысле, еще раунд? А, мы... Стой, 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 все то же самое. Какого хрена еще раз? Ну, по идее, мы это прошли. Но это то же самое, пацаны, блин. Капец, у меня пот ручьем. Да твою... Вот это самое легкое. Давай. Да. Он бомбанет! Твою ж мать! Заканчивай, заканчивай этот цирк, уродцев! Да я не могу, я не успеваю, это говно! Твою... Вообще два раза! О, чуваки, поставьте жирный лайк! Охренеть! Я охренею в этом зоопарке! Ладно, на хард я не знаю. Если наберем, конечно, мы с вами... Вот... Поиграйте сами, вы охренеете, вы просто охренеете. Смотреть на это нормально, друзья, да, это легко, ты смотришь такой, все хорошо, я так же могу. Просто попробуй, это жесть. Ладно, ребят, если 3000 наберем, хард будет, обязательно. А на этом все, спасибо вам огромное за просмотр, пошел я лечить свои пальцы, перебинтовывать нахрен. Бай-бай, дорогие братишки.